Здарова, это домашний канал Валерки, и мы продолжаем проходить Resident Evil 2 ремейк. И сегодня мы отправляемся с вами мочить, короче, долбанного Биркина. Вот. А в комментах вы написали там, что его нужно сбрасывать контейнером. Ну, это, в принципе, и так понятно, я и так понял это уже. Ну вот, тем более вспомнил то, что за Леона, когда мы играли, мы этим занимались. Ну, как бы... Скидывали его, да. Но, по-моему, за Леона, когда играли, у нас не было вот этой вот пушки, короче, электрической. А сейчас я хочу попробовать сделать... Так, когда он сядет, короче, выбрать эту пушку. Вот. Так как размах большой у этого крана, когда он будет вставать... Вот, если экран будет не успевать пройти, ну, дойти до Биркина, долететь, то затормозить его этой электропушкой, я думаю, прокатит. В принципе, когда мы говномонстра этого мочили, его, в принципе, вот так вот там всего колбасило, и как бы он на месте стоял. Я думаю, прокатит, давайте попробуем. Думаю, должно получиться. И дальше мы, в принципе, должны будем найти эту мелкую Шерри, короче. А, здесь сейчас нам еще рубильники надо включить. Так, давай траву сейчас скомбинируем сразу. Да. Так, я только не помню. Так, смесь трав полностью восстанавливает здоровье. А это смесь трав полностью восстанавливает здоровье, ненадолго снижает получаемый урон. А, понятно. Три травы, когда мы смешиваем, получаем защиту от урона. Так, окей, здесь больше ничего нет. Хорошо, окей, на. Погнали. Так, вот это, по-моему... Нет, это слишком много. Так... Вот, все отлично. Как-то так. Питание подали. Ну что, говнюк. Погнали. О, черт. Короче, бегаем и не останавливаемся. Бегаем, не останавливаемся, не попадаем на огонь. Это самая жесткая штука, вот этот огонь, короче. Главное не попадать. Так, рука. Опа! На опережение долбанул. Ублюдок. Огонь, 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 огонь. Отлично. Огонь, 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 огонь. Огонь, огонь, огонь. Блин, застрял в бочках. Отлично. Дверь ломай. Ломай дверь. Молодец, молодец. Давай, давай, давай. Так, патроны кончились. О! Твою мать. Так, 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 аптечку. Отлично. Так, я знала, что ты не сдохнешь. Окей. Бежим. Выбираем гранатомет. Тихо там, не быкуй. Не быкуй там. Так, отлично. Бежим, 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 бежим. Нажимай. Молодец, молодец. Так, 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 так. Воу-в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 оу
Разряжай. Да чтоб тебя, как ты меня цепаешь тут. Да ты не перезарядила, дура. Класс, отлично. Разряжай. Молодец. Так, стоп. Ну как так? Ну как? Ну как? Ну.
Так, тихо, погоди. Стоп. Ты перезарядила? Конечно же нет. Опа, опа, он стоит. У меня есть сюрприз для тебя. Фигушки! Фигушки! Твою мать! Фиг! Не прокатило! Стоп! Стоп! Да прекрати ты! Ладно. Твою мать! Оу, щит! Ну беги ты, ну дура! Зарядись! Это что? Ножик? Какой нахер ножик? Криндец, а? Ну криндец, ну как это? Не прокатывает? Не прокатывает эта херня с электрошоком? Фух. Кусок, а? Во кусок, а? Ну-ка, а если попробовать... Так, это мы выкинем. А если попробовать, давай-ка... Этот, мы уберем пистолет. Давай... И зажигательный. Давай возьмем 4 зажигательных. Пускай будут. 4 зажигательные. Окей. Пробуем так тогда. Кто ж знал, что такая жесть, такая жопа. Ладно, я не буду возвращаться, короче, скидывать ленту. Так, погнали. Так, так и так. Молодец. Да какого хера ты загорелась-то? Блин. 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 Да блин! Твою мать! Как так-то? Сколько раз он был? То жопа какая-то, ну. Что за дичь-то происходит? Отлично. Промазал. А, все, ломится в дверь. Давай, ломись в дверь. Сейчас ему глаз, короче, чтобы он... Цапнул, цапнул, ну! Так, какие у меня патроны? Это какие я поставил? Зеленые. Сейчас... А, красные стоят. А! Один стоит у нас зеленый, заряжен. Блин! О! Вот это сейчас пронесло, вот это сейчас было близко. Окей. А, нихера. О! О! Это было близко! Тварь. Так, 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 так. Быстро. Отлично. Отлично. Давай, 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 давай. Быстро. Ну. Да что ты, почему такой размах? О, да. Твою мать.
твою мать! Лови, тварь! Перезарядку быстро! Хера себе он там! Воу-воу-воу! Блин! Он сел! Он сел! Ну почему ты сейчас-то сел, ну? Говно! И прям у пульта там. Ладно. Лови еще! Перезарядил? Опять, да и сел опять у пульта, да ты задрал, ну. Ты от пульта уйдешь когда-нибудь или нет? Тварь. Беги. Давай, давай, давай. От пульта отойди. Перезарядка. Ох, как он четко-то! Ох, как он жестко-то! Ох, как он жестко-то! Опять! Да что ты будешь делать? Ну почему ты в этом в краю-то сидишь? Ну почему ты в этом краю, дебил, сидишь? Еще живая. Сейчас опять сидит здесь, ну! Ты перезарядила? Давай, 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 давай! Ну как? Как это? Как это делать? Первый раз, когда его сносишь, короче, ему пофиг, он залазит опять. Что за нахер? Кто это придумал? Что за дерьмо-то? Десять штук давай поставим. Убирай этот пистолет. Так. Ножик. Не знаю, ну давай на всякий случай ножик возьмем, вдруг он нас схватит. Блин, я по-другому не знаю. Давай аптечку возьмем еще. Жесть какая-то просто. Неимоверная. Как? Как его мочить? Так, пошла в жопу эта с охранкой, короче. Здесь я еще много, блин, жизней потратил. Здесь я еще много жизней потратил. Здесь надо как-то делать так, чтобы он, не знаю. Ну он опять он меня сыпанул, ну. Есть какая-то система, чтобы предугадывать, где он ударит? Как это работает вообще? Как это нахрен работает? Так, погоди. А, все, да? Давай, 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 вылазь. Блин, два раза промазал, да? Два раза промазал, ну как так? Беги! Давай.
Вот эти вот огненные взрывающие, они, в принципе, урончик такой нормально наносят. А кислотные, они... Да, они тоже урон нормально наносят, но они как-то постепенно, постепенно это делают. Так, 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 так. Опа, опа. Его надо как-то загонять, чтобы он не... Не возле этого стоял. Не возле... Ай, блин. Почему кувырков-то нет? Ну почему ты кувыркаться-то не умеешь, а? Клетка. Говно-то сратое. Просто бомбит, просто бомбит. Сел. Все, уселся. Сюрприз, мотафака. Давай. Да ему похер! Ему вообще похер! Да что? Ему похер на этот электрический заряд. Просто насрать. Ему вообще просто насрать. Фу. Реально говно какое-то, просто какое-то дерьмо. Как так? Где, блин, речки всякие, и речки. Да хер знает, пистолет брать этот, не брать, нахер он нужен, все равно ни хера не работает. Вообще ничего не работает, просто вообще ничего не работает. Сука, говна. Че еще, ножик? Там, в принципе, лежит ножик. Лежит ножик. Короче, толку от этой, не знаю, от этой пушки электрической просто нет, просто никакого толка против этого Биркина. Давай, как у нас здесь получилось-то? О, отлично. Как здесь получилось-то вот так вот бегать? О, отлично. Отлично. Давай, давай. Просто бомбим. Бомбим в этой серии жестко. Просто по-жестко. Так, погоди ты. Он все? Закончил? В туалет, га, от огня. Видишь, ему вообще посрать. Не, он как бы немножко замедляет его, но все равно ему посрать. Насрать. Быстро перезаряжай. Блин, очень близко. Очень близко находится. Очень близко.
Отлично. Сколько раз? Сколько раз надо в него? Три раза, да, наверное, попасть? А нет, уселся. Уселся. Отлично. Раз попали. Ему надо четко в глаз. Четко в глаз. Да, блин, нажми на кнопку, получишь результат. Ну. А-а-а, нет. Вставай, Клэр. Вставай. Аптечку, быстро. Так, выбрать. Бегом. Гори, гори, ясно. Тварь, а. Вот тварь, а. Перезарядила? Еще раз. Давай, давай. Ладно, пора с этим кончать. Давай, ну. Он же сейчас встанет. О, да. О, да. О, да. Да, да, да. Давай, давай, дави, дави. Ну, подбеги, толкни этот контейнер там вместе с ним. Давай. Бай-бай. Бай-бай, чувак. Адиос, амиго. Просто было жестоко. Это была реальная жесть. Это была реальная жесть. Так, окей. У нас одно место. Прости меня, Шерри. Быстрее не получается. Конечно, не получается, блин. Так, окей, это что у нас, ножик? А это что у нас, светов... Да ладно, можно было просто его ослеплять. Так, что у нас важнее? Ножик, наверное, будет важнее, чем световая граната. Ножик будет важнее. Патроны? А вот патроны это... Да. Патроны это да. Погоди. Давай мы пожертвуем, наверное, сохранкой вот этой. Возьмем патроны. Потому что патроны на вес золота. Патроны реально на вес золота. Это что? Патроны от автомата? Ну это уже... Ну это уже слишком. Погоди. Давай подлечимся. Патроны все равно важнее, чем всякие там аптечки, да, наверное, думаю. Хотя аптечки... Блин, тут вообще не угадаешь. И то бесценно. Ну ладно, аптечки у нас в принципе хватает, а вот патронов пока... Пока маловато. Так, ну, в принципе, все. Здесь у нас, в принципе, все. Эпичная битва, конечно, получилась. Просто эпично. Пукан немножко подорвало. Не буду скрывать. Я уже был готов матюргнуться. Так, отлично. Дверь сломана. Ладно, допустим. Погоди, а знаешь, что можно сделать? Я же могу туда забраться. Поскидывать дичь. В принципе, главаря мы как бы битву с главарем, да, прошли, в принципе. Можно сказать. По крайней мере, сейчас не должно никого быть. Как бы. Как бы я так думаю. Так что давайте, наверное, возьмем ППшку просто. И возьмем... Это что у нас за патроны? А, кулькарми. Понятно. Где он? Где этот сратый кулькарми? Вот он.
Отлично, и ПП-шку тоже перезарядим. Ножик. Все отлично. В принципе, все отлично. Пока не сохраняемся, пока не будем сохраняться, да, давайте посмотрим, что там дальше. Шерри? Мама с тобой. Шерри? Шерри, ты меня слышишь? Теперь у нее мама с тобой, да? О, нет. Шерри? Клэр? Шерри, ты в порядке? Ля, чуню с глазом. Что ты делаешь? Я хочу помочь. Шерри заряжена. Ее уже не спасти. Что? Ты шутишь? Ты же ее мать. Быстро иди сюда, ты не понимаешь. Уильям все еще где-то там, если его не остановить. Разговор окончен. Стой! Стой! Я могу помочь ей. В лаборатории. Это недалеко. Мамочка? У нас мало времени. На кону миллионы жизней. Шерри. Мама очень тебя любит, милая. Прощай. Мысли прощай. Черт, тебя дери. Ты что, шутишь? Шерри, не беспокойся, я добуду все необходимое, слышишь меня? Почему ты это делаешь? Потому что мне не наплевать. Спасибо, Клэр. В лаборатории. Ни хрена себе просто, да? Мама-то. Мама такая, да? Так, идти в лабораторию. В смысле? А какую? Куда в лабораторию? Так, у нее ID-браслет, походу, он на руке, да? Виднеется. Может, идти надо к фуникулеру? Она сказала, ее лаборатория недалеко. Стоп. Этот фуникулер. Да, точно. Фуникулер. А, я думал, двери нет. Держись, Шерри. Все будет в порядке. Так, погоди, а я стрелять ничего не могу, да? Окей, я надеюсь... А, нет, вон фуникулер там. Я уже рядом, Шерри. Мы уже рядом. О, отлично. Фуникулер. Да, да, да. О. Вот. Сюда. Ложись. Держись, Шерри, ладно? С тобой все будет хорошо. Он ее прям в глаз заразил, походу. Ладно. Нужно все проверить. Пути назад не будет. Так, окей, проверить, и пути назад не будет. Ладно. А, это, наверное, пуск, да? Получается, фуникулера запуск. Здесь, в принципе, все. Ну, давайте вернемся назад и сохранимся. Теперь можно, в принципе, сохраниться. Я думаю, пустят же нас сохраниться. Нет? Шерри, ты там никуда не уедет или не сдохнет, пока я тут сохраняюсь буквально несколько минут. Так, ладно. Так, окей, сохраняемся и на этом заканчиваем, дорогие друзья.
у нас получилась серия такая с эпичной битвой просто. Вот. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Ссылочка на прохождение будет в описании под видео. И с вами был Валерий. Всем пока.